Ребят, всем привет! Опять собрался на рыбалочку съездить. На этот раз, ну, опять же, разнорыбицы половить. Кунжа там, камбала, красноперка. Ну, в общем, что будет. У нас сегодня пятница. Впереди выходные. Наверное, на пару суток поедем. Наконец-то погода у нас устаканилась. Тепленько. До этого вообще было холодно. Льды подгоняло нам, ну, к берегам. Ну, в общем, съездим, посмотрим, отдохнем немножко от трудовой недельки. Смотрите, не переключайтесь, будьте на канале. Ребят, по дороге, куда едем на рыбалку, находится вот такой вот родничок. Сейчас мы здесь с собой водички наберем. У меня две канистры по 20 литров. Я думаю, на пару суток нам будет предостаточно. Вот как беседочкой так сделано здесь, облагорожено. Сейчас мы прям вот так вот шлеп. Все. Мимо начало шлить. Ну вот мы и добрались до чудесненького места. Лагерь разобьем, палаточку поставим, что-нибудь приготовим. Вот так вот выглядит наш лагерек. Опять же, наша палаточка новенькая.
Так, вот, ребят, смотрите, захожу в палатку, а тут супруга у меня хочет супчик по-корейски приготовить, который называется чимчикук. Это вот с курицей будем готовить. Курица, кимча, тут картошка. Так что потом вам результаты покажу. А я пока опять в море. Так, ну вот, ребят, смотрите. Первые результаты. Вот такой вот кунжичек. Вот, только-только вытащил. Неудобно одной рукой снимать. Снимаю на телефон. Вот ловил их на такой вот воблерочек. Но вечерочка еще у нас продолжается. Я думаю, это только начало. Так, вот у меня спиннинг. Ну что, попробуем еще. Прям вот в море. Вот, ребят, что хотел вам сказать. Пока она живая, да? Ее надо сразу нам почистить. Почему? Потому что там в ней находятся черви в животе. И когда она умирает, расползается в мясо. Вот сейчас что мы будем делать. В данный момент я попросил супругу снять мне, заснять вам, показать. Так, когда она помирает, черви потом расползаются. Лучше это сделать все сразу. Солнышко уже прятаться за горизонтом. Видите, ребят, какая красотища. Море спокойное. Шум волны. В общем, шик, блеск. Ребят, ну все. Вечерка у нас закончилась. На улице уже так относительно темновато стало. Удочки посворачивал. Рыбачил, короче, я вот на воблер, закидушки закидывал. На закидушке вот камбалка неплохая тут у нас попала. Сейчас вам покажу результаты. Вот тут, вот, смотрите, такие вот там цеплярчики. Вот она такая здоровая попалась. Ну и там кунжи немножко. Кунжику на воблер и брал. До протоки здесь, рядом протока, на проток уходил. Такой вот воблерок отработал. Вот такой вот воблерок отработал неплохо. Посмотрим, что завтра будет. Завтра шарабан еще сделаю. Горячего копчения рыбы. Ребят, ну вот камбалку почистил. Видите, какие экземпляры хорошие. На закидушку рыбачил. Сейчас вот пожарим. Палаточки сидим. Чуть позже покажу, как буду жарить. Ну вот, ребят, приступаем к разделке. Ну, я уже голову отрезал, кишки тоже выпустил. Это, кстати, больше похоже на такую полтусовидную камбалку. Разделаем. Аккуратно. За борт. Ножниц нету, плохо, приходится вот так вот ножиком все разделывать. Потому что эти перья, плавники нам не нужны, они только масло забирают. Опа, опа, опа. Помывочку их. Части сейчас. Оп, вот так вот. Все, и на жарку сама-сама будет. Ну, сейчас вот нам супруга что, сковородочку пожарим. Вторую, и все, нормально будет. Вот, по кусочку, по два скушаем.
Все. Так, ну что, камбалку я разделал. Приступим жарить. Так, включим плиточку. Ребят, кто как рыбу делает, я делаю вот так вот. Пакетик сразу нарезаю, солю, муки перемешиваю и все. И руки, в принципе, чистые. Оттуда спокойненько достаешь, жаришь на сковородочку. Ну и потом пакетик в мусор и все. Да. Так что пишите в комментариях, рассказывайте. Будет очень интересно. Так, масло нальем. Масло я обычно побольше лью. Лопаточки тут у меня вот такие вот есть, вот природные. Сейчас нагреется. Ну и покажу вам. Ну все, процесс такой начинается у нас. Опа. Ребят, не представляете, как это вкусно на природе. Свеженькая пойманная рыбка, жареная. Обалденно. Ну, пожалуй, еще на кусочек такой сюда закину. Еще он так на разочек на полсковородочки. И супруга нам этого будет за глаза покушать. Обалдеть. Ребят, всем доброго времени суток. Вот второй день у нас начался. Погодка шик. Море тоже шикарное. Посмотрим сегодня, порыбачим, что сегодня нам море даст. Сегодня хочу еще сделать шарабан, ну, рыбу горячего копчения. Кунжу будем делать. Супруге предложил, давай, говорю, камбалы попробуем. Говорит, нет, говорит, не надо. Ну ладно, попробуем кунжи сделать. Думаю, будет все шикарно, замечательно. Вам покажу. Через камеру дам попробовать. Смотрите. Вот с утра немножко порыбачил. Кунжечки тут поймал. Ну, сейчас шарабанить ее будем. Свежачок шарабан уже разложил. Сейчас замаринуем ее. Вам покажу. Собака тут мой рядом нервничает. Ну-ка посмотри-ка. Вон он. Погода шикарненькая. Так, ну вот, ребят, подготовил я для нашей рыбки гремучую смесь. Это здесь у нас соль, перец черный молотый, щепоточка. Потом я дашиды немножко добавил, тоже это щепоточку. И немножко лука сухого, укропа сухого, петрушечки. Ну так, по щепоточке сделал. Такая вот гремучая смесь получилась. И вот этой смесью потом натер я нашу кунжику. Кунжу я вот так вот разрезал. Видите как? Все, ее там натер ее. Ну, там по вкусу, сами смотрите, кому как нравится. Посоленее, не посоленее. Ну, положил, но смотрю, как-то что-то немножко не так. Да, сейчас я еще веревочкой ее, наверное, свяжу, чтобы она не разваливалась. Ну и все, распалю наш мангал. И все, и поставим. По времени я вам скажу, сколько. Ну, в принципе, можно тоже, ну, смотреть, кому как нравится. Больше, меньше, там, как, чтобы закапчивалась она. Ну, то бишь, регулируйте, смотрите. Ну, я покажу, как делаю я. Ну вот, пришлось немножко ее веревочкой связать, чтобы она сильно так не разваливалась. В общем, вот так вот получилось. И какая прелесть. Ну все, буду разжигать мангал. Как разожгу, поставлю, вам покажу. Засекем время, ну и посмотрим примерно, сколько будет готовиться. Хотел еще сказать, немножко забыл. На дно я насыпал где-то горсть ольховых опилок. Вот на дне шарабана. Процесс пошел. Оставил.
ребят, вот прошло 20 минут. Смотрите, что у нас получается. Сейчас снимем. Опа. Так, угольки прогорели. Смотрите. Вуаля. Вот, пожалуйста, рыба горячего копчения. Кунжа. Сейчас постоит немножко, отдохнет. И будем мы ее кушать. Приятным аппетитом! Вот прошли у нас вторые сутки. Хватит, отдохнули, порыбачили. Сейчас будем собираться потихоньку. Домой поедем, дорога тоже у нас не короткая. Сейчас покажу вам конечный результат улова, что я поймал за пару суток. Там камбала, кунжа. Какую-то часть съели, немножко пожарили. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Все, всем пока.